Одно только. Готовы? Пожали руки. Время бокс. Куда назад? В сторону надо было. Очень близко подходишь, Алим. Без предварительно. Хорошо, хорошо, хорошо. По сторонам. Ищи, 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 ищи. И тут же развитие должно быть. Повтор должен быть, подбор. Нельзя долго там сидеть. Ты ждешь, когда он тебя ударит, он тебя будет бить. Все через сторону, все через смещение. И смещение где остановился? Передняя рука. Ну здесь работать надо, нельзя с ним стоять, он 100 килограмм весит. Что ты ждешь, чтобы он тебя рубанул? Двигайся с ним. Крути. Закручивайте, крутите оба, крутите ближе дистанции. Улучшайте позицию. Разорвать его. Отпрыгнул, подпрыгнул. Разорвать, пробить. Опять. Двигаться. Ну-ну-ну, его тут встреть, в сторону крути. Ах, ноги потерял. Работаем, работаем, повторять, повторы, передняя рука. Алим собрался через переднюю руку. Двигаться. Кидай руки, кидайте оба руки, кидайте. Кидай руки, устал, все равно кидай. Больше смещения здесь. Подними руки. Пятнадцать секунд, концовка. Пробивай. Пять секунд. Время. Молодцы. Все, молодцы. Когда устала ли, наоборот, надо заставить себя двигаться и отдыхать в движении. Вот так ты не будешь отдыхать. Здесь дистанция, вот. Все, вот здесь встряхнулся, подышал немножко. Походи, оп, и опять туда. Устал, тем более заставить себя через смещение кидать. Партнер тоже устал. Да, у вас это не первый раунд. Какой, пятый? Четвертый получился? Четвертый. Все равно швырять, тем более большой. Ты позволял себе с большим здесь сблизиться и здесь сидеть с ним 2-3 секунды. Конечно, у тебя бить начинал. Ты сближался, либо сразу начинать должен был атаку, либо улучшить позицию смещения давай. Так интересно, все хорошо отсюда. Успеваешь под руки моменты. Передней рукой больше, более-менее. Спасибо. Все. Иди ко мне, иди ко мне. Болельщики потом будут аплодировать. Иди ко мне. Ко мне иди. Ко мне иди. Молодец. Хорошо поработали. Смотри внимательно. Положи, положи, положи. Ближняя дистанция. Вот у тебя масса, масса это вот здесь. Но ближняя дистанция, поставь под собой более широкие ноги. Поставь ноги шире. Опусти пятки. Вот здесь, вот ты должен был работать. Ты его должен был вообще сносить. А ты наоборот, на ближней дистанции поднимаешься. Понимаешь? Mm-hmm. Не получай, не надо тебе за ним успевать. Ты не от него даже, ты к нему мог бы делать шаг. Устал, устал, безусловно. Но поднять руки все равно заставить себя.
И ближняя дистанция, это опускание таза вот здесь, вот амортизация, у тебя появляется свобода. Ты и устаешь по той причине, что стоя узко, пытаясь работать вблизи, ты еще приходится тебе свое равновесие удерживать. Это еще трата лишней энергии. Шире ноги поставил, сел, все. И вот здесь ты уже не тратишь энергии на удержание равновесия. У тебя есть площадь опоры. Это понятно? Понятно. Точно? Да. Молодец. Подышал темпоритм. Хороший темпоритм. Молодцы. Все. Кто не работал?